этого российского ветерана. И мог бы он, я думаю, усилить и российскую национальную команду. Быстрый отрыв и данк в исполнении Месси. Михаил Кулагин. Бабах, еще раз сверху. Опа. И все-таки забил сверху этот мяч у Кравцов. Врезался сначала. Вот так вот начинается эта четверть. Очень неудачная. Маки с мячом. Отдает мяч в руки соперникам. Два темнохожих парня убегают. Быстро отрыв. И Шелекетов все-таки забросил этот мяч. Улыбаются партнеры, да. Курьезным получился момент. Кулагин. Дима Кулагин не контролирует мяч сегодня совершенно. Шабалкин сверху. Никита Шабалкин в матче серии. Никита Шабалкин. Трауре едет, судя по всему, в Лондон. Григорьев бьет сверху. Кандидат в национальную сборную. Почти плюс 30. 79-51. Потеря. И вот так вот. Максим Шелекетов. Шуховцов сверху. Алиуп. Михаил Игнерский не поленился. Несется на всех парах Игнерский. Чалмерс. Трехочковая попытка. И вот такую точку, наверное, ставят. 104-61. Локомотив побеждает и ведет в бронзовой серии со счетом 2-1.